Поздно вечером на Пульс 102 поступило сообщение о попытке кражи государственного имущества в одном из жилых домов по проспекту Байдбек-Би, еще не введенном в эксплуатацию. По словам вызывавших, неизвестные молодые люди взломали дверь в одну из квартир и пытаются демонтировать технические приборы. На место вызова спустя 20 минут прибыл экипаж дорожно-патрульной полиции, который обнаружил в квартире трех мужчин. Что они делали в недостроенном доме, полицейским задержанные пояснить не смогли. Что вы здесь делаете? Это ваша квартира? А может, ваша или ваша? Тогда что вы делаете в чужой квартире? Ответить на вопрос, чья квартира, смогли представители Центра занятости социальных программ, также приехавшие на место происшествия. Этот дом стоит на балансе Центра занятости. Я руководитель отдела и слежу за зданием, которое находится на нашем балансе. Здесь была газовая плита, колонка, все было в полной комплектации. Двери были опечатаны комиссией 12 числа. Как рассказал представитель Центра занятости, в последние дни кто-то незаконно стал посещать эту квартиру, о чем свидетельствует разбитая сантехника, отсутствие газовой плиты и разбитые двери. За последнее время специалисты центра 4 раза меняли замки, но от злоумышленников это не спасало. Сейчас нам поступил звонок, я приехал сюда, здесь увидел этих людей. Раньше здесь была газ-плита, ее украли, двери сломали, украли краны и раковины. Впрочем, задержанные утверждают, что сюда приехали только, чтобы покурить кальян. Как нам было? Бурно, деньги возьмем кема был? А? Возьмем кема? Ала, затар как нам было? Сатвал дарма, хавала, шегетин затарды. Сюда возьмем, что возьмем, кальян шегу гендер возьмем, что я? Не махсат бенгельдер. Чё, ван, не махсат бенгельдер. Вот чего у гельдера вот, что? Что сундайма? Сундайма нем? Инструменты, которые здесь же обнаружили полицейские, свидетельствуют о том, что замки были выломаны. Сейчас сотрудники полиции рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. В Махтаральском районе полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в скотокрадстве. Заявление об этом преступлении в первый отдел полиции поступило в конце декабря прошлого года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в конце декабря 2015 года в первый отдел полиции Махтаральского РУВД с заявлением обратились трое местных жителей о том, что с их пастбищ неизвестные лица угнали с десяток коров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники первого отдела полиции Махтаральского РУВД установили и задержали двух подозреваемых местных жителей 1963 и 1966 годов рождения, один из которых ранее был судим за кражи. Задержанные полностью признались содеянным. Следствие установило, что подозреваемые, пользуясь отсутствием хозяев, увели с местных пастбищ 13 голов крупного рогатого скота, после чего весь краденый скот они реализовали на рынках Шымкента. Доказана причастность задержанных к трем фактам скотокрадства. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, около 2 миллионов тенге. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Очередное возгорание автомашины зарегистрировано в Шымкенте. Происшествие случилось в отделении МТМАК на улице Гагарина поздно вечером. Кадры пожара по сети WhatsApp нашей программе передали очевидцы. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, неизвестно.